Всем большой привет, мои дорогие друзья! Я вас очень рада видеть на своем канале. Сегодня вместе с вами пойдем в гипермаркет низких цен в Маяк. Это у нас большой светофор, то есть сеть одна для тех, кто забыл, напомню. Просто мы очень с вами давно здесь не были. А тут всегда у нас есть новинки для дома, посуды много, ну, в общем, и всего такого. Погодка у нас, конечно, не айс. Вот так как-то все грязно. В общем, зима так себе пока. Как у вас, пишите в комментариях и пишите, из какого вы города, очень интересно. Ну, а я сейчас нахожусь в городе Курск. Это адрес улицы 50 лет Октября, 179. Я вам всем желаю приятного просмотра. Конечно, очень много здесь бытовой химии и вообще средств, ну, по уходу, да, за телом, за волосами, ну и такого рода. Всеми. Давайте что-нибудь посмотрим. Мицеллярная вода здесь есть. Смотрите, очищение и уход для лица, глаз и губ. По 130 рублей, 400 миллилитров. Лаки для волос, мыло. Мыло сколько стоит? Нету цены на нем, да? Так, и торговые марки, причем здесь такие, все известные. Например, вот 100 рецептов красоты. Крем-гель для душа по 84 рубля. Рядышком у нас стоит шампунь от Прелесть Био. 400 миллилитров, 115 рублей. Разные жидкие мыло, детский шампунь какой-то здесь новенький, гипоаллергенный, без красителей, 69 рублей. Ну, в общем-то, выбор хороший, но хочу посмотреть, что здесь нового. Конечно, из посуды, праздники впереди, хочется, может быть, что-то обновить, посмотреть. Ну и, конечно, общим планом вам тоже покажу, смотрите, какой выбор. На этой стороне у нас все для стирки, кондиционеры, порошки, гели для стирки. Так, ну и давайте посмотрим. Вот какие-то новенькие есть здесь. Дося сейчас 1413,5 килограмм. Еще какой-то стиральный детский порошок. SP+, называется. Он сколько стоит? 246 рублей, 2,4 килограмма. Так, средства для пола. Ого, сколько тут салфеток. Я здесь покупала как-то... Где они? Найти бы... Хорошая такая большая упаковка с крышкой. Были влажные полотенца. Они настолько были хорошие. А вот вижу упаковочка по 103 рубля. Мне их прямо надолго хватило. И они у меня не засыхали. Ну и цена бюджетненькая, я считаю. Здесь их 60 штук. Надо еще, наверное, купить. Именно вот эти я покупала. Они плотные, знаете, вообще класс. Вот что-нибудь так на скорую руку подобрать. Так, а на этом ряду у нас все такое... Для мытья, в общем, для посуды. Вот азелит, например, давайте посмотрим. 152 рубля. Ну и вот все здесь у нас засоры и так далее. Так, ладно, я хочу посмотреть, конечно, для посуды. Потому что вы любите, я люблю это все смотреть. Давайте посмотрим, что нового и интересного. Тут у нас мисочки 2 в 1. Миска плюс дуршлаг. Дуршлаг двойной, 118 рублей. Пластик, но производитель Россия. А еще есть вот такого плана складные емкости. Вообще, мне сейчас очень нравятся складные емкости. Они занимают действительно мало места. Нужна миска, ее взял, открыл, пожалуйста, есть. Не нужна, вот так вот компактненько сложил и убрал. То есть 3 в 1 здесь. Компактное хранение. Практичный, безопасный материал. И вот они есть в разложенном виде, конечно же. То есть обычная вставка, хорошая такая. Я думаю, что послужит неплохо, долго. Они еще и разные по своему объему, если я не ошибаюсь. Так, ладно, идем с вами дальше смотреть. Набор контейнеров здесь какой-то есть. По 136 рублей. А, нет. По 90. Это у нас набор салфеток. 90 рублей, 3 штуки. На 800 миллилитров, литр 200 и литр 600. Вот они здесь стоят с крышками. Пластик такой хороший, плотный. А 137 рублей, это вот салфетки. Для автолюбителей. 3 штуки. 30 на 40 сантиметров. Так, идем с вами дальше. Что здесь еще мы видим? Это тоже какие-то тряпочки. Это что такое? Какой-то контейнер, который фиксируется на дверку. Вот он, навесной, в белом цвете. Контейнер сколько стоит? Нету цены.
Жалко. А, вот, наверное, навесной 189. Здесь надо во все стороны сразу смотреть, когда ищешь ценники. Так, еще есть здесь корзины вот эти вот с крышкой 154 рубля. Это получается цена за три штуки, интересно. Так, 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 корзина. Наверное, да, но я не вижу здесь крышек, есть ли они или утеряны, потому что они давно были в продаже. Может быть, сейчас распродают. Небольшие кашпо, такие симпатичные, они двойные. Давайте сейчас посмотрим, почем, если есть, конечно, цена. А, вот 180 рублей на 3 литра. Дороговато. То есть здесь тоже, конечно, не на все надо сразу кидаться, смотреть, что почем, скажем так, да? Так, идем с вами дальше. Еще вариант кашпо. 130 рублей. Ну, оно такое одинарное, видите, в сером цвете. Небольшое, но продается вот с таким вот поддоном. Ой, какие вот эти красивые. 352 рубля. На 7,5 литров. Ну, такой можно, конечно, взять. Смотрится хорошо. А еще, смотрите, есть цвет другой, беленький. Симпатичные. А что у нас здесь такое? Контейнеры для сыпучих. Такие маленькие они, что ли? Смотрите, совсем малютка. На литр 853 рубля. Крышки, конечно, тоже есть. Нужно искать, смотреть их. Ой, смотрите, тут какой красивый кофейник, чайник такой заварочный. Один достали из упаковочки, чтобы не вскрывали все упаковки, да? Смотрится хорошо. Такой большой он. Что тут у нас указано? На 800 миллилитров он, да? Френч пресс. Это получается... Вот она, цена 378 рублей. Производитель, кстати, Китай. Еще один вариант подвесного органайзера. 130 рублей. Этот уже, видите, полупрозрачный. Здесь уже на ваш вкус. Смотрите, но цена бюджетненькая. Здесь у нас набор контейнеров. Сразу три в наборе. Их вот такие вот мисочки. В светофоре тоже, помните, они были? Но сейчас нет. А вот в большом светофоре в маяке они есть. 382 рубля. С крышкой сразу. Рядышком стоят какие-то эмалированные мисочки. Сразу видно, что Китай, они такие, знаете, легкие. Сколько стоит? Как жалко, что нет цены. Прям с ценами напряженка, но... Сами видите, что сильно дорого здесь прям что-то стоить, конечно, не будет. Набор мисок с крышками 434 рубля. В наборе 3 миски. Получается на 5 литров, на 3 и на 2. Так, а что вот это такое? Гусятница алюминиевая с крышкой. Тоже первый раз такое с вами встречаем. Крышечка, вон она. 1720 рублей, она на 6 литров. Большая такая, объемная, хорошая. Так, чуть повыше у нас чайник заварочный, 264 рубля. Он на 750 миллилитров и выглядит вот так же точно, как на картинке. Производитель Китай. А гусятница, кстати, производителя Россия. Так, друзья мои, подписывайтесь обязательно на канал, потому что обязательно будет продолжение в этом ролике. Покажу, что смогу, но продолжение сниму. Здесь есть и ковры, и стулья, то есть мебель разнообразная. Дальше там всегда у нас встречаются посуда, тарелки, ложки, вилки, стаканы. Все, в общем, посмотрим. Даже бытовая техника здесь есть. По максимуму вам постараюсь показать. Поэтому, если кому интересно, обязательно подписывайтесь. Все в одном обзоре разместить не смогу. Так, еще хотела вам показать. Есть вот такая вот... Кружка, емкость для миксера 164 рубля. Видите, такая крышка, то есть не будет ничего лететь, да? Вставили миксер и все, что нужно, сделали. Такая она пластиковая, но объемная на 3,2 литра. И производитель у нее Россия. Поэтому имейте в виду. Еще у нас что здесь такое? Какие-то кастрюли чугунные. Ух, тяжелая какая, не поднять одной рукой. С крышкой. Кастрюля чугунная на 4 литра с крышкой. И, а, тут еще с крышкой, сковородой написано, 2 в одном, что ли, 1619. Может быть, даже, да, 2 в одном. Особо не поняла я что-то. Россия. И одной рукой не повернуть ничего. Ну ладно, кого заинтересует, можете приезжать поближе, что-то смотреть. Здесь у нас
набор из универсальных гибких разделочных досок. Их в наборе 3 штуки. Они разные по своему размеру. И такой набор здесь стоит 138 рублей. Ага, мы еще с вами пропустили вот такие вот разъемные формы. Они достаточно большие, как я смотрю. 26 сантиметров в диаметре. 230 рублей. Еще какие-то формы для запекания вижу. Вот они здесь. Сколько они стоят? Не вижу. Ладно. Рядышком стоит казан. Казан алюминиевый с крышкой. 1182 рубля. Он на 8 литров. Кастрюли эмалированные. Правда, они без рисунка. Вот такие вот голубенького цвета. 623 рубля. На 5,5 литров. Так. Дальше у нас пошла информация от комаров разные, от тараканов. Отрава разная. Тут смотрю, что какая-то пищевая пленка есть по 110 рублей 30 на 150 сантиметров. Мешки для мусора. Ну, много такого всего. Скажем так. А, вот наборчик, смотрите, какой. Для кошки, да, я так понимаю. Лоток, потом какой-то совочек для корма. Или наоборот, для унитаза, я уж не знаю. И получается две мисочки. Набор для кошек, вот, смотрите, 280 рублей. Ну, за, считайте, 4 предмета, это, по-моему, нормальная цена. И, конечно, есть наполнитель кошиный и есть еще корма. Так, ладно, мы с вами возвращаемся, наверное, к товарам для дома. Что вот это такое интересное? Это набор вакуумных пакетов. Их всего 2 в этом наборе, видите, они разные по объему. Очень хвалят такие, экономят пространство, место. Сколько здесь стоит? 119 рублей. Еще хотела вам показать, что есть в продаже стул для бара. Стоит он 1175 рублей. Очень, кстати, удобный стул. Он со спинкой. И знаете, удобно на нем, если что, высоко и поставить, и шторку, например, поменять, закрепить другую, одеть. И также удобно, если ремонт делаете, клеить обои. Вообще классная штука. Он, в принципе, не займет много места, но такой дома вот у меня есть, поэтому для этих целей вообще идеально. Цвет сидушки, видите, есть такой светлый, молочный, черный и серый. И, конечно, стоит бюджетно. На Валберсе он стоит дороже. Хотела я себе обновить стульчик. Здесь его не было. Вот надо, хочу теперь купить. 1300 на Валберсе самый дешевый. Такого же плана, это же модель, скажем так. И производитель Россия. Так, новые ковры поступили в продажу. Вот такие яркие. Они, кстати, сзади с прорезиненными точечками, с прорезиненными, да? А смотрите, еще какие разные расцветки. Хорошо они так сделаны. Цену, конечно, нам нужно посмотреть. Ковер 08 на 1,2 949 рублей. Производитель Россия. Так, еще вариант ковриков. Здесь уже они другие. И по размеру другие. Это у нас 1,50 на 80. А, нет. Ну да, 50 на 80 сантиметров. Все верно. Но эти уже для ванной комнаты или для туалета прям полностью предназначены. Есть еще наборы. Их 2 в каждом наборе. Они тоже полностью прорезиненные, как хорошо. То есть для туалета и для ванной. Вот они здесь лежат, красуются. Сейчас посмотрим, что здесь по ценам вообще. Есть ли еще цены на другие коврики. Коврик для ванной 513 рублей, это который 50 на 80, а набор ковриков для ванны 505 рублей, то есть за 2 коврика сразу. Еще обратила внимание, что есть жидкое стекло, скатерть на стол. Оно, правда, здесь не плотное, но неплохое такое жидкое стекло с рисунком 120 на 80 сантиметров. А есть ли цена? Так. Настольное покрытие по 307 рублей. Китай производитель. Идем дальше. Еще один вариант коврика. Такой симпатичный. Есть ковер 1,4 на 2. 3744 он стоит. Вот они, наверное, лежат упакованные здесь. Но смысл будет вот такого. Так, коврик по 242 рубля. 60 на 100 сантиметров. А, ну вот как раз и большой тоже здесь есть в развернутом таком виде.
симпатичный, пушистый, хорошо так обработан, все как нужно. Ковры также есть для детской комнаты. Давайте посмотрим на них. Вот такого плана. С собачками. Там с лошадками. В общем, почем они? Не вижу цену. Может быть, тут найдем с вами? Нету. Ну, а вот эти вот, помните, были. Мы их уже с вами не раз видели. Что-то совсем бюджетно они стоили. Не буду сейчас вспоминать, потому что не помню. Но помню, что недорого. Ковров, в общем, здесь выбор неплохой. На сегодня свой обзор я буду заканчивать, но обязательно будет продолжение, поэтому жду вас в следующей серии. Спасибо за ваш лайк и комментарий, и до новых встреч. Всем пока!